самом деле все-таки прочитал по эти записки. Оказывается, их можно было найти. Не узнаваем, просто надо сходить еще вот в одно место вот сюда. Куда мы тоже сходим. Там валяется беспилотник, в котором эти тайники и отмечены. Вернее, не тайники сначала, а там типа черный ящик, который надо отнести технику, которую взломает, и там уже написаны эти тайники. Ну кто же знал? Ладно. А записки мне надо отдать. Угадайте, кому? Все правильно, кому-нибудь. Эта летающая фигня меня смущает. Блин. Это не летающая фигня. Это, оказывается, столбик. Блин, надеюсь, это не зомбачей. Зомбачей? Нет? Да? Что тебе стреляют? А, это эти тусят. На вышке. Так, третий, по-моему, надо сходить с севера в туннель. Ну-ка, не стрелять. Где-то здесь должен быть туннелик. Вроде как. Оп. Странный туннелик. Не откроется дверь? Не откроется. Жалко. А, ну угодил же, блин. А вон, по-моему, тайничок, да? Как ты быстро топаешь, просто жесть. Еще у тебя ног нет. А вот и третий. Со стволом. Так. Записка клыку. Записка на обратной стороне старого документа. Клык, больше не могу тебя ждать. У меня на хвосте целая свора. Иду саркофаг сам. Оставлю свой счастливый стол с патронами. Блин. К нему совсем никак. Если не вернусь, отдай его призраку и скажи, пусть бережет. Машина толковая, будь стрелок. На самом деле, так себе. Ну, продадим. Так, погнали на беспилотника, все-таки сходим. То не дело это. Тайники-то забрали. С самого начала не взяли. Да хватит. Свет-то можно выключить уже. Эх, где сталкер с открытым миром, а то все забаррикадировано, так бы раз до домика хоть до тех сходить, посмотреть, что там, а там за домиками еще куда-нибудь сходить можно. Не бегай тебе. Привет. Ты тут мимо проходил? Ну, целая бойма нипочем. Ты далеко собрался, э? Э! Наркоман! Откуда он тут? Чуть не помню, чтобы такие тут были. Да. Офигеть. Ты мужик даешь. Главное, ноль внимания. Коль бы привет сказал. Плой. Так, а где здесь тайник? Может быть. Даже не подозреваю. Наверное, в этой штуке. Типа моста. Наверное, под мостом. Нет? Не угадал. Или угадал? Угадал. Хотя бы медикаменты, блин. Ой, кто-то стреляется. Свои хоть. Пацаны, смотрите, у меня ствол. И покруче вашего явно. Кто стрелял? Почудилось, что ли? Нифига себе. Почудилось. Теперь не почудилось. Я не понял, что за нафиг.
Но нет, вроде свои. Ага, кровосос. Я знаю, что надо делать. Надо быстрее, быстрее. Как я я перегружен? Как я перегружен? Так, а тут бандиты, по идее, с долгом. Если помогут долгу, например, хотя бы кого-то выхилю, то у нас с ними отношения улучшатся. Парни, давайте кого-нибудь подстрелите не до конца. А я пойду его похиляю. Так как восстановление их ни хрена не работает, то, наверное, так один лучше. Пацаны, ну погодите, да, я вперед пройду. Не, ну похилять он того пацана, да. Он, видимо, лежит, загибается. Долг же? Держи аптечку. Вроде долг. Ой, меня не убейте. Кровосос. Фига. Ты же вроде только что жив был. Это считается, что я ему помогу, если они сейчас его убьют. Он же тут всего лишь один. Наш же ему помог. Значит, это доброе дело сделано, а? Мне это зачтется, нет? А если я ему еще раз помогу? Привет, мужик. Держи аптечку. Давай, беги. Беги. Нет, нет, дурак. Беги. Беги, дурак. Блин. Ну что ж ты так? Почему? Почему ты не бежал? Глупый. Долгоец. Это же такое. Блин. Чудица. Странная. Не, надеюсь, долгу понравилось, что я ему 2 раза аптечку дал. Это ж офигел, потому что целых 2 аптечки, мне их мало. Целых 2 аптечки. Так, где есть какой-то тут беспилотник должен быть? Или это не здесь еще? Я не нашел. Дальше. Здесь бы тоже что-то могло бы быть. Например, артефакт. Которого тут нет. Жалко. Но его тут нет. Атмосферность сталкера нравится. Можно просто брать и гулять. Было бы это все поразнообразнее. Да, открытый мир, знаете. Типа онлайн. Все дела, было бы вообще классно. Ходишь, гуляешь. То есть нейтральные одиночки, там бандиты. Но бандиты, которые не, знаете, не такие бандиты, которые нашли тебя и сразу стреляют, а которые подошли, типа, давай деньги, типа, или мы тебя завалим. Также всякие группировки, наемники и прочее. Вот, по-моему, где-то тут что-то должно быть, да? Наверху. А я наверх тут залезу? Нифига себе. Залез. Вот, беспилотник. Я тебя случайно обнаружил. Обыскать. Модуль памяти заблокирован. Теперь этот модуль памяти надо... А, вот новое здание. Разблокировать модуль памяти. Отлично. Вот теперь потащили этот модуль. Только сначала, наверное, к ученым все-таки пойдем. Я же правильно? Да, правильно. Ой. Ой-ой-ой. Какие тут ужасы творятся. Песики на заднем фоне гавкают. Зомби на переднем фоне где-то шарятся. Кровосос где-то бегает, ищет жертву. И радиация, конечно же, которая меня убивает нафиг. Трупики. Все те же наемники, что ли, валяются? Или нет? Или да? Скорее всего, так и есть. Так, а где ученые? Алло, вот они.
Эть, антирадик. И дождик, конечно. Странно, что дождик не радиоактивный. Да блин, он только антирад съел. Эх вы. Весь монитерат истратите. Привет. Мне интересно, если никогда не стану друзьями, это типа они зеленые все ко мне будут. Все. Тик. Привет. Ты. Привет. Можешь разблокировать модуль? За 2 штуки. Я подумаю. Ремонтируй меня тогда. Дорого. Все. Блин, дорого, реально все. А че, все, все, все. Больше ничего не надо мне тебя. Пока. Здоров. Ты? А, я цветочек же еще принес. Так. А, подходи. Если информация от сканеров. Но это мне уже пофиг. На самом деле. Так, здравствуй. Ты. Я принес сканер. Каковы результаты? Я думаю, гипотеза подтвердилась. Когда я включил сканер, на меня в течение 5 минут напали снарки. Так я и думал, однако, почему всегда находит подтверждение самой нежелательной теории? В любом случае, хорошо, что вы это проверили. Теперь на проведение замеров придется отряжать более численные отряды. И что-то 3 штуки всего. Так, я принес растение. Вот, как насчет костюма? Отлично, ха-ха. А Соколов тоже проговорился, что это ему костюмчик нужен. Впрочем, ерунда. Стоит мне показать Герману растение, он немедленно согласится отдать костюм. В этом я более чем уверен. Вы передайте Соколову, пусть подходит за ним. Окей. Первооткрыватель. Что это даст? Совокупность новых данных позволила профессору Герману Озерскому синтезировать условия зоны экспериментальный анабиотик. Ну-ка, что за анабиотик? О, о, у меня прототип детектора есть. Может мне не ждать сейчас? Купить прототип? Ха, сразу возьму. Чего ждать-то? Так, позволяет пережить выброс. Хотя это тоже будет пригодилось. Радиозащита. Защита. Где новый прототип? Алло. Алло, прототип. Новый. Детектор. Вернее, не детектор, а прототип. Аптечки сколько у вас? 150 рублей. 150 рублей аптечки. Можешь все забрать. 1,5 кило всего. 10 штук. Ага. Денег. Ну и пару антирадов, наверное. Все. До свидания. Антирад принять. Так, ты. Договорился с учеными насчет костюма, тебе надо подойти за ним к Герману. Ладно, где собираемся? Возле станции Янов, бойца по кличке Зулус. Там же сталкер, давай лучше ты меня проведешь к Зулусу, если я там появлюсь один, у меня могут возникнуть проблемы. Я тебя там, а тебя там знают, стрелять не станут. Ну пошли. Только по пути нужно к Герману заглянуть, взять защитный костюм. Пойдем. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Найти второго друга привел. Будете втроем бухать. О чем мне черный кровь? О, это Сокол, второй пилот упавшего военного вертолета. Да я по выпорке вижу, что не ученый. Ну что, хороший солдат всегда пригодится. Не можно найти бойцов. Что скажешь, Соколове? Конечно, не штурмовик, но ствол в руках держать умеет. Только какой-то он рожей кислый. Больно. Будто они лимоны. Будто одни лимоны в пайке. Где можно найти бойцов? Спрашиваю людей в окрестностях Питера, кто на Затоне остался. В Припять точно не пойдут. Нам нужны бойцы, которых ничего не держит, которых сможет убедить пойти в отчаянную, по сути, вылазку. Вспоминай, встречал таких, может, обязан тебе кто ли знакомый есть, который корни еще не пустил. Так, пока. Кто-то мне предлагал взять с собой монолит, но, по-моему, монолит не пойдет. Потому что смысл ему идти назад в Припять, если они с Припяти только свалили. Раз у нас есть прототип
Где наш прототип? Вот он. Прототип детектора. Там можно сходить забрать. Сделать вот этот квест. А не ждать, пока там Сыч замутит. Дождики темно, главное, чтобы выброс начался. По квестам, что у нас? Последний квест, что ли, в зоне? А, ну еще монолит. И Сыч. Внутри квеста, да. И можно топать Припять. Можно топать Припять. Чуть не помню, как ее активизировать, эту хреновую аномалию. Не прыгать же в нее. Может просто подойти. Самый прикол в том, что ее не видно. Зомбаки. Вы чё, совсем, что ли? Ну-ка. Стоять. Лежать, вернее. Ты лежать. Все. Сам прикол вот. Видно? Не видно. Видно. Вау. Мужики падают. Мужики, за вами. Так, что у вас есть? Блин, все подобрал, все подобрал, все, все говно, наверное, да? Ну все идеальное. Ладно, не все идеально. Так, мужики, вы чё тут? Полковник Космач, лейтенант Захарчук, генерал Ткаченко, генерал. КПК генерал Ткаченко. Последняя запись на КПК звуковая. Давайте послушаем. Куда ни пойди, каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот чертов, привыкнуть невозможно. Чебурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. Шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а? Пенсия, дача, рыбалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Ткаченко уже мертвый давно. А генерал долга Ткаченко сейчас уйдет. Скоро. Такая вот справедливость. Убил себя. Понял, что не влезет. Так, привет. Тебе. Все тебе, мужик. Мужик, все тебе. Вот это тоже тебе. Вот это не отдам. Сева. Система защиты от аномальных воздействий радиаций. Не это ли со скрытой не надо покупать системой? Надо будет, купим. Не надо, не купим. Блин, а пистолет говно. Дети, забирай. Все? Видимо, да. 22 штуки. А что, еще такого интересного у нас есть? Пистолет? Патронов нет. Все еще. Ну, пистолет, пацаны, хотя... Конечно. Автоматы не разобрали. А нет, долг еще.
и дружит со мной. Время дорого, рассказывай. Так, здорово. Я нашел КПК основателя, долго интересует. Ого, ну давай посмотрим. Так, ага, вот как оно было, думаю. Всем подряд об этом знать не стоит. Оставим все как есть. Официальная версия возникновения долга вызывает меньше вопросов. Значит так, я хочу купить КПК. Возьми. Отлично, вот компенсация. Гром, патроны, граната, ВОК. Собираюсь идти на Припять, не дашь мне пару бойцов? У нас так каждый человек на счету. Еще не имею права посылать подчиненных на безнадежные задания. Так, ты мне друг теперь? Друг. Давай, забирай монолит. Так, я в них уверен. Ну, смотри, теперь если они подведут, отольется и тебе. Сейчас ситуация такая, что сами Наянов они не дойдут. Бери ребят, отведешь их к монолитомцам. Пусть пообщаются, если все будет нормально, примем их в долг. Скажешь, как будешь готов. Окей. Вау, гроза. А, нет, гром. Интересно, гром покруче, чем мое. Хотя бы и не сказал. 367. 4. Блин. Так, ладно. Я готов привести ребят к монолитовцам. Добро, с тобой пойдут двое, хорошо. А, чё темно-то так? Вечер добрый. Чё, сами будете? Стройся. Нифига себе. Стройся, мужики. Давайте я с вами постою. Оп так. Опа. Чё-то хреново строитесь. Ой. Что-то хреново у них шеренга, нет? Нет, смотри-ка. Вроде встали. Вот, умеете, когда хотите. Ну, будем принимать присягу. Давайте, как типа, снимать буду. Клянетесь служить делу долго верой и правдой, защищать человечество от агрессии зоны и всегда следовать уставу. Клянемся. Клянемся. Бойцы, поздравляю вас со вступлением в ряды долга. Слушай мою команду. За мной, шагом, старт! И вот так монолит забрали к себе долговцы. Так, ты, что собираешься делать? Скоро идем на станцию Янов. Если хочешь, давай с нами. Пошли. Но все равно мне тусить больше тут нефиг. Еще и ночь на дворе. Так, мне что-то полагается за то, что я кучу долга сделал. Чего расскажешь, хорошего? Зоны находятся люди, готовые кстати, послужить славному делу долга. Капитан. За наш новый отряд, вот бродяга. За нас. Собираю отряд для похода в Припять. Пойдешь со мной? Да, я пойду с тобой. Мне не дает покоя вопрос, что же с нами произошло. Надеюсь, в Припяти удастся найти ответ. Мне нужно только предупредить полковника. Надеюсь, Шульга не будет возражать. Для похода в Припять понадобится комбинезон запасной системы дыхания. Это не проблема, я сохранил броню монолита, и в ней есть такая система, но я не думаю, что в этой броне разумно показываться на Янове. Пойдем к Зулусу. Хорошо, он не выстрелит при виде моей старой брони, мне нужно забрать ее по пути и вернуть ту, что на мне. Пойдем. Получено достижение лидер. Слушаю тебя. То есть я собрал всю команду. Так, броня монолита, ничего себе, откуда такой редкий трофей? Была в комплекте, это бродяга, бывший монолитовец. Не думал, что не бывает бывшими. Ну да ладно, глянем, как он себя в деле покажет. Ну, тут, видимо, все. Это весь отряд. Что-то достижение, кстати. Лидер, столкнувшись с насущной необходимостью работы в команде, вы сколотили хороший отряд. Это убедительное доказательство качества настоящего лидера. Ваши лидерские навыки повышают шансы команды на выживание. Нифига себе. Нифига себе. Ладно, осталась последняя вылазка на Скадовск. И подождать, когда сучуете нафиг придут. Детектор, вот. Задумался, как это называется. Ой,
квест один, да, остался? Квест один. Ну, учитывая, что на Юпитере где-то там есть какая-то лаборатория, еще тут лаборатория, то, скорее всего, нам в лаборатории еще слазить. Это, скорее всего, от Припяти квесты. Ну, ребята, ну не начинайте. Ну, вы что такие-то? Ну, здорово. Так. Ты по какому делу? Нифига ты шагаешь. Мне что-нибудь подарите, нет? То, что там монолит провел. Это все. Можешь идти. Ничего не подарите? Жопошники. Ладно. Так. Найти костюм замкнутой системы дыхания. Для преодоления путепровода понадобится костюм замкнутой системы дыхания, так как подземные помещения были заполнены углекислым газом. Чё, мне Сева покупать? Сева. Подходи. Сева. Хотя погодите, он что, сохранился? Вдруг это не тот костюм. Севу давай. Там что-то засчиталось. А, вон Припять, найти костюм, да. Костюм найден. Окей. Только модифицировать его надо. Собрать отряд. Собрали. По идее. Место указаться-то туда. Припять, Припять. Скадовск. Инструменты, инструменты. Скадовск. А, блин, а заказ на артефакт так и не брался. А, еще модуль памяти, конечно же. Как же без него? Слушаю тебя. Давайте переоденемся. Блин, переоделись. Где золотая рыбка? А, рыбка, вот она. Это мой перевес. О, привет. Так, ты можешь разблокировать модуль памяти? Думаю, да, в таком... Правда, еще не копался, это часа 3 мне нужно будет, не меньше, но покопался бы с удовольствием. Возьму немного, 1000 всего. Время терпит, по рукам. Отлично, тогда я заработаю, так вот что. Ты сильно не торопись, а как закончу, сразу сообщу. Окей, еще надо, придется ждать. Еще и тебя. Так, ремонтик. Это нормально. Давай тебя апгрейдить. Вот, еще... А, показалось, что ты бесплатно это делаешь. Прочность. Становление сил. Химзащита, радиозащита. Химзащита, радиозащита. Пси-защита. Пси-защита. Количество контейнеров. Переносимый вес. Блин, я не знаю. Мне надо, чтобы было 4 контейнера. Вернее, 5 контейнеров. Инструменты тащить. Ладно, не буду пока. Термозащита, электрозащита. Термо. Прочность, гашение удара. Гашение удара давай. Нормально. Сойдет. Сейчас мы... Ради интереса вот так. Оп. Ну явно экзота покруче будет. Сева от радиации больше. От радиации и от хим. Сева также больше и от других. От электро и от термо и от пси больше, да? Нет, пси такой же. Вот разрыв и пулестойкость. Конечно же, экзо. Могу ли я бегать? В тебе. Бай! Пока-пока. Привет, брат! Ой, весь Янов, блин, любит меня. Просто. Ладно, придется экзо ставить. О, во, воу. КСМ 5. Нафиг я покупал Севу, если вот это, наверное, тоже прокатит. Хотя я не уверен, что прокатит. Так, тебя скинем. Хорошо, ради интереса просто сейчас возьмем. Ради интереса.
моего и вашего. Ты можешь бегать? В Севе можно бегать, отлично. Будем в Севе ходить. Вот ради интереса. Берем. Модифицирую. А, модификация это все. Все ясно, можно продавать. До свидания. Ну вот такая вот фигня. Так, держи. Подарок тебе. За 3200. Так. Где? Выход вниз. Вот я не знаю. Что с вами делать? Со всем этим добром. Так, оставлю. О, это два разных шарика. Защита, а это у нас восстановление. Нифига себе, думал, это один шарик. Вот это продам, это продам. И тебя продам. Какое классное добро. Мы еще и патроны накидали. Так, вот это там патроны вот сюда. Это пусть лежит, ладно. Ну все, пошли на Скадовск. Ждать, когда Сечу это все припрет и эта фигня, блин, фигню откроют. Чё ж теперь делать-то? Квесты надо делать.